Я из Челябинска, недавно была у вас на онлайн-консультации, жду вашего мнения, на вас последняя надежда, будут ли скидки для повторной? То, что касается наших онлайн-консультаций, я с чем столкнулся? То есть это наша пациентка, и спасибо большое за теплые слова, я даже зачитывать их не буду, но мне очень приятно то, что вы написали. Вот, значит, здесь проблема заключается в том, что мы реально относимся к этому серьезно. Все наши онлайн-консультации проходят через меня. И я на каждую вот эту онлайн-консультацию, я сам не консультирую, консультируют наши врачи, которые собирают анамнез, собирают вещи, собирают документы, которые касаются непосредственно всех медицинской информации, а дальше уже я анализирую от начала до конца, выстраиваю таблицы, выстраиваю все эти анализы по хронологии. То есть я к этому отношусь очень серьезно, и поэтому иногда извините, что вот так чуть-чуть все это задерживается. Но вот я стараюсь просто, чтобы оправдывать доверие тем людям, тем женщинам, которые и супружеским парам, которые доверяют и приходят на эти с консультации.